Привет, и мы продолжаем приключения нашего любимого котика Рыжика. Ну что же, давайте-ка я покручу волчок, посмотрим, какой же приз сегодня у нас. Итак, сегодняшний приз у нас... А, нет, нет, будет, 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 вот. 2 единицы завтрака мы выиграли. Ну что же, здорово, здорово, друзья. Отлично, давайте-ка заберем. Да, вот такой вот замечательный котик Рыжик. Ну что, вначале давай-ка мы с тобой покушаем. Так, наберемся сил перед игрой, друзья. Сегодня мы будем опять открывать с вами пазлики. Кроме пазликов, друзья, еще мы с нашим котиком другую еду поедим и сыграем мини-игры. Ой, как вкусно, ой, как нравится. Друзья, напишите в комментариях, а нравится вам наблюдать, как наш котик Рыжик кушает кашу? Ой, здорово, так аппетитно кушает, молодец, умничка, умничка. Ну что же, мы посмотрели, как он покушал, подняли себе аппетит, а теперь нужно бежать на кухню и себе что-то перекусить. Хотя, возможно, друзья, сначала давайте-ка посмотрим, что там дальше интересного. Так, вот, ой, какая вкусная лоска. Ложка доел наш Рыжик кашку. Ну что же, друзья, а сейчас давайте-ка мы его покормим. Так, вот дадим ему кусочек тортика. А банан будешь? Так, ну фу, вот эти кости мы не будем давать. И вот это яблоко с червяком тоже. А вот брокколи мы можем дать. Так, лук. А ну-ка посмотрим, как он среагирует. Не хочет? Не хочет лука. А вот от картошки Фри не отказался. И, друзья, мы разблокировали один из кусочков пазликов. Вот. Чудесно, чудесно, хорошо, замечательно, друзья. Давайте-ка дальше. Еще сыграем вот такую вот забавную игру. Отлично. И еще кусочек пазлика разблокируем. Вот, да, отлично, друзья. И еще кусочек мы разблокировали. Вот, здорово. Хорошо. Кроме того, давайте-ка еще сыграем вот эту мини-игру. Ой, это что было? Какая-то необычная свеча. Ой, ага. Это была какой-то Хэллоуин свеча в виде какого-то монстрика. Ее, наверное, нельзя касаться, друзья. Вот так. Хорошо. Вот, здорово, здорово. Отлично. Ага, вот. Нельзя, наверное, касаться вот эту вредную свечу. Вот так, да. Вот, да. Замечательно. Ой, что это было? Неужели я плохую свечу коснулся? Вот так, да. Вот. Хорошо, отлично. Еще вот так. Вот, здорово, здорово. 66 единиц. Не знаю, друзья, это много или мало. Но неважно. Итак, давайте-ка откроем мы очередной пазлик. В прошлой части мы с вами открыли по 5 пазликов. Ну, а сегодня давайте-ка мы разблокируем 6-й. Да. Ой, смотрите, как здорово. Вы открыли вот такое вот забавное мороженое. Ну что же, давайте-ка мы сыграем. Вот такой вот забавный пазлик. Котик сразился с драконом и победил. Это, конечно, забавно. Так, вот, как-то вот так, вот, замечательно, друзья, хорошо, а вот этот кусочек попробуем вот сюда, замечательно, и вот такой вот прикольный котик-рыцарь, смотрите, друзья, как здорово выглядит, очень необычно, очень прикольный вид, вот такой вот пазлик, ну что же, давайте-ка еще посмотрим, что здесь мы можем сделать, вот. Так, хорошо. Тут какой-то еще рыцарский замок. Отлично. Меч. Холм. Вот так. Очень хорошо у нас все получается. И еще вот последний кусочек. Да, здорово. Смотрите, друзья. Котик победил дракона. Здорово. Здорово, очень интересно. Так, что-то просит нас еще и крепость открыть. Но крепость мы уже в прошлой части открывали, друзья. Давайте-ка мы, друзья, еще какой-то пазлик откроем. Вот. Давайте-ка мы разблокируем еще 7-й пазлик. Вот. Ага. А вот в 7-м мы открываем свечу. И кроме того, друзья, смотрите, как забавно. Вот такие вот интересные тут пазлики
Привет, море, называется пазлик. Ну что же, давайте-ка сыграем вот этот забавный пазлик. Вот, здорово. Тут кусочек кальмаром. Либо это осьминог. Напишите, друзья, в комментариях, кто в курсе, это кальмар или это все же осьминог. Вот, замечательно. Еще ножку вот этому чудесному котику, подводнику. Так, здорово, здорово. Итак, нет, что-то не так. А, вот, вот как это нужно сделать. Очень хорошо. Вот все у нас здорово получается. Отлично. Вот, уже мы открыли вот этого либо осьминога, либо кальмара. Кто знает, какая разница, напишите, друзья. Вот, да, 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 замечательно. Итак, открыли мы еще один пазлик. Ну что же, друзья, давайте-ка еще один пазлик откроем. Так, давайте-ка мы, друзья, откроем еще раз, блокируем восьмой пазлик. Ага, вот, вот такой вот замечательный котик-строитель. Мы открыли вот такой вот хот-дог. Ну что же, давайте-ка сыграем. Так, вот, замечательно. И еще вот такой вот забавный котик-строитель. Поможем ему разблокироваться. Вот так, чудесно. Кроме того, здесь какой-то вот ковш. Ага, это спереди. Вот кусочек колеса, вот так. Еще наш рыжик снизу. Вот немножко высвечивается. Нужно солнышко на место поставить. И вот этого котика строителя поставить на место. Вот так. Здорово, здорово. Отлично, друзья. Все здорово у нас получается. Практически пазлик уже сложен. Осталось только последний кусочек. Да, здорово. Вот так чудесно все у нас получилось, друзья. Замечательно. Очень хорошо. Ну что же, друзья, давайте-ка мы сегодня откроем еще и восьмой кусочек пазла. Ой-ой-ой, а мы уже этот же открывали. Давайте-ка мы, друзья, вот это девятый разблокируем. Да. Здорово. Вот такой вот забавный. Ага, мы открываем, получаем награду ананас. Очень хорошо, друзья. И кроме того, смотрите, какая забавная картинка. Наш рыжик на первом месте, серый котик на втором, а какой-то ярко-красный на третьем. Ну что я скажу, забавная, конечно же, картинка. Ну что же, сыграем. Вот, наш рыжик снизу. Здесь вот этот забавный серый котик. Посередине наш рыжик. Вот только как он себя ведет на сразу же на двух картинках. Хотя это он, видите, как бы думает, только мечтает об этом. Хорошо, вот, здорово. Еще нам вот этот кусочек вот сюда нужно поставить. Вот так. Итак, друзья, смотрите, как здорово. Вниз мы уже заложили. И теперь давайте-ка, друзья, еще вот здесь попробуем. Вот так, смотрите, как здорово все у нас получается. Залажим, залажим, друзья. Чудесно. Вот еще кусочек. Вот, отлично, отлично. Замечательно, друзья. И вот пазлик у нас сложен. Отлично, очень хорошо, друзья. Итак, мы уже сложили с вами 4 пазла. Давайте-ка мы, друзья, еще один пазлик сложим. И на сегодня уже все. Будем в каждом видео слаживать по 5 пазликов. Ой, как здорово, смотрите, какой забавный пазл. Вот мы открываем зеленую свечу. Ну что же, давайте-ка с нашим котиком сложим вот этот космический забавный пазл. Так, вот какой-то НЛО с инопланетянином. И наш котик-космонавт, давайте-ка мы его вот так поддержим. Вот замечательно, замечательно. Вот только куда вот этот кусочек, что-то непонятно. Ага, вот он. Вот он разобрался, друзья. Еще какая-то планета. Вот кусочек корабля. Здорово, здорово. Отлично. Вот так. Так, вот это что за кусочек, непонятно. Ага, это голова и кусочек инопланетного корабля. Вот так. Замечательно, друзья. Очень хорошо у нас все получается. Здорово, здорово. Вот. И еще вот этот кусочек.
Да, замечательно. Итак, сложили пазл, и уже 10 пазлов у нас, друзья, разблокировано. Ну что же, друзья, замечательно. Итак, друзья, давайте-ка я покажу, сколько у нас уже разблокировано пазлов. Итак, первый пазл. Какой-то робот гонится за нашим котиком Рыжиком. Второй пазлик котик рисует. Хорошо, третий пазл котик Рыжик запутался в клубочках шерстью. Четвертый вот играет. Ой, помогите кто-нибудь. Ага, вот катается на роликовых коньках. Пятый пазлик играет в крепость. Я себе крепость построил. Вот. А вот смотрите, какой забавный шестой пазлик. Наш котик-рыцарь. Здорово. Замечательно. Привет, море. Вот седьмой пазлик. Восьмой. Пора все сносить. Котик-строитель. Так, девятый пазлик. Выиграл. Победитель наш котик. Рыжик. А шестой кот в космосе. Здорово. Какой из пазликов лучше, даже не знаю, друзья. То есть судить вам можете писать в комментариях. Мне будет приятно озвучить в следующем видео. Ну что же, друзья, на этом чудесном мы будем заканчивать наше видео. Только давайте-ка еще покормим нашего котика. Дадим ему какую-то вкусняшку. Вот этот тортик. Этот шоколадный заяц. Что-то не хочет. Ага, он не хочет, потому что он надкусан, друзья. А почему вот не захотел круассан, непонятно. Так, и почему-то не захотел болгарского, почему-то видео пропало. Ну что ж, давайте-ка еще вот так посвистим. Ой, ага, не нужно было вот так ловить. Ну, как-то вот так. Вот, ну давайте-ка еще немножко половим свеч. Так, вот эту зеленую свечу нельзя ловить. Ой, сказал, что нельзя, и поймал. Вот, ну, как-то вот так. Ну что же, друзья, пусть наш котик еще покушает кашки, а мы, друзья, на этом будем прощаться. А другие приключения нашего любимого котика Джинджа и других героев Тома и Анжелы вы можете посмотреть в плейлистах на канале. Также, друзья, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Друзья, а если вам нравится это видео, нажмите на колокольчик в правом верхнем углу, и новые серии нашего любимого котика Джинджера будут приходить вам уведомления на вашу страничку. Ну что же, друзья, на этом мы будем прощаться. Всем пока-пока. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Всем пока-пока, друзья. До новых встреч.